Нейзи. А? А? Нейзи. Генерал? Это ты стучал? Что? Делать мне нечего больше, чем стучать. Сколько времени? Я не знаю, сколько времени. Нейзи, кто-то стучал. Я точно это слышал. И где-то на первом этаже, по-моему. Так дверь заперта, нам нечего бояться. Я слышал стук, и причем довольно-таки громкий. А, да? Пойдем проверим. А где свет? Свет работает? А, свет? Не знаю, провери. Выключатели внизу. Где? Пробки, что ли, опять выбило в этом чертовом доме? Да, возможно, наверное. Хотя, слушай, не знаю. В подвал я не хочу спускаться, надо на улицу выходить. А что стучало-то? Да я не знаю, что-то как будто стукнуло вот где-то вот здесь. Вот, не знаю. Вот смотри, вот я тебе сейчас покажу. Mm-hmm. Вот смотри, вот видишь, вот это вот комната. Ага. И вот стук, вот это то ли здесь, то ли вот здесь где-то был. То ли здесь, то ли вот здесь. О, смотри, конфорка работает. И что такого? Ну, то, что она работает, это как-то странно. Не знаю, дверь заперта, нам нечего бояться. Пошли спать. Завтра, ну, думаю, восстановимся. Нет. Ну, можно. Стоп, секунду. Ладно, в принципе, с кем не бывает. Вдруг это в лесу что-то шарится. В лесу, говоришь, шарится? А, начитался истории, да? А если я сейчас открою, а там кто-нибудь будет стоять, а? Ё-моё! Закрывай! Чё за... Твою мать! Мирай! Эзи, что это было? Эзи, Эзи! Что? Эзи, скажи, что мне показалось! Скажи, что мне показалось! Двоим не может показаться! Ё-моё! Мне страшно, чувак! Что делать? Чёрт, иди! Чёрт, это... Что он такое? Не вошёл в дом! Мне кажется, он уже вошел. Черт, темно-то как. Стоп. Блин, мне точно не показалось, стой. Ущипни меня, слышь? Ай, блядь, за зачем? Больно. Стоп, давай еще раз откроем. Что? Где она? Черт, куда она делась? Черт, а может, она в этом окне? Ты хочешь проверить? Я не знаю. Да нет, смотри, никого нету. Да, вроде реально нету. Не знаю. Куда он делся? А может, это реально нам показалось? Может, блин. Ну, мы точно ничего не жрали. Ну, нет. Глюциногенного, ничего не жрали. Да ничего мы не ели. Все нормально. Обычная пища лесников. Слушай. Надо. Вообще, о, так... печеньки, смотри. Прикольно. Можно взять себе. Для поднятия настроения. Опа! Ты реально хочешь сейчас жрать печенье? Ну нет, ну. Может, захочу, не знаю. Я что, желудок не опорожнил? На пол. Ну, просто, когда мне страшно, я ем, и мне от этого спокойнее. Слушай, реально, никого нету. И... Ладно, пошли спать, пожалуй. Вдруг там реально показалось просто на пару. Блин, что-то жарко. Давай-ка окно, вот это откроем. Вот это не открывается вроде как, да? Вот это вот, правое? Да. Левое открывай. Окей, открывай. Ё-моё! Твою мать! Что это? Чёрт! 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 Что за фигня? Нейзи, что это? Что это было? Я откуда знаю? Нейзи. Черт. Оно сучит! За мной! Стоп. Двери! За мной! Тихо, открывай! Тихо, закрывай! Тихо. В шкаф! Черт! Окей. Что за... Он смотрел прямо на меня.
тает. У тебя есть оружие? У меня... Что? Что у меня есть? Оружие. Да, вроде есть. Да? И ты мне не говори? Просто оно мне не совсем законно лежит. У тебя нет лицензии? Да, нету. Где оно? Куда нам идти? Сюда? Я покажу тебе все. Смотри. Че, куда? Вот сюда вот. Что? Да ну, я думал, тут какие-то балки. Вот. Что? Где? Это лес. Бери. О, вот. Все, его взял. И один патрон справа. Да, один патрон, один выстрел, один труп. Окей, так. Думаю, надо завалить. Зарядись сразу, думаю. Хорошо. Ну что? Пошли? Пошли. Так, ты первый, у тебя оружие. Хотя ладно. Нет, у меня фонарик. Давай. Я могу раздернуться и просто тупо выстрелить тебе в голову. Не надо. Чувак, как ты думаешь, где она? Может спрятаться? Я не знаю. Давай проверим мою комнату. Что? Твою комнату? Давай. Тут что-то нету. Тут никого нет. За окном дождь, смотри-ка. Так, чувак, пошли-ка в твою комнату. Пойдем, давай открывай дверь. Так, готов? Я открываю, ты... Уже, давай. Так. Так. Стой. Никого. Никого? Ты меня так не пугай. По кроватью? Нет, по кроватью тоже нет. Ладно, пошли тогда отсюда. Я думаю, надо пойти в ванну. В ванну? Да, слушай, открой, убери оружие пока что. Ладно. Давай, пошли. Окей, сейчас. Что? Что это? Что? Что? Ты кто? Кто это? Что это такое? Ты умирай! Ты где? Ты где? Что за фигня? Ты где? Ой, погоди, я потерял фонарь. Ща, погоди. Вот он. Все. Где свет? Все, я поднял его. Свет. Черт. Где оно? Оно тут сидело. Что это было? Что за фигня происходит? Тихо. Может, это все сон? Хотя двоим приснится. Я тебя ущипнул еще. А, точно. Слушай, а комп. Не, комп не работает. По идее, свет, если не работает. Так, Эмиральд, держи себя в руках, нам нужно выбираться. Ладно, ладно. Слушай. Надо Слушай, нам надо как-то выйти. Если дверь. Если дверь. Заперто. Надо как-то выйти сюда к чертям. Если дверь куда заперта, не... то надо сломать стекло, думаю. Стоп. А у тебя есть? У тебя точно в обрезе есть уже один патрон. Ну. И что? Стоп, у нас есть балкон, давай сиганем оттуда. Что я потратил этот патрон на то, чтобы выбить стекло? Ты серьезно? Ты сумасшедший. Как ты еще хочешь выбираться? Мы должны потратить этот патрон на монстра, если найдем какого-то. Слушай, или... давай. Или кто-то, там несколько, по-моему. Может, сиганем с балкона? Что? Черт! Уходим! Что это, черт возьми? Я откуда знаю? Что это за волк? Что это за волк был? Это что было? Что это было? Тихо. Господи, не сходи с ума. Всё, возьми себя в руки. Не страшно, Дейзи. Я читал истории, то что если взять соль и насыпать круг, то можно защититься. И читая какие-то заклинания, я не помню какие, я на сайте читал. Делать нечего было. Что, не знаешь, что в интернете постоянно врут? Прикалываются. Хотя у нас безвыходное положение, в принципе, под собой. Знаешь, в таких ситуациях некоторые люди начинают верить в Бога. Я Чувак. Понимаю. Но нам сейчас надо... мне даже не до этого. Нам надо выбираться. Как ты предлагаешь? Я думаю, понимаешь, мы руками стекло не разобьем. А может быть... Может фонариком попробовать? Фонариком? Ты придурок, у нас единственный фонарик, а свой ты где-то потерял.
У нас же что-то должно быть в доме, молотков или что-то еще. Понимаешь? У меня стрессовое состояние, у меня нет сил вообще ничего делать. Да, у тебя стрессовое состояние. Я чуть с ума тут не скажу, у него стрессовое состояние. Я вообще как будто не страшно совсем. Не страшно? Блин, походу мы тронулись башкой. Может, нам и все показалось? Да не может нам это казаться. Хотя, знаешь, не знаю. Может, выйдем отсюда, попробуем все-таки. Может, они ушли или у нас есть время уйти. Может, не знаю, попробовать руками выломать стекло все-таки. Вспомнить детство, как мы в футбол играли и выбивали стекла. Господи, нашел что вспомнить. Мне потом таких люлей вставили. Слушай, может взять телек и выкинуть его в окно? Все равно смотрю, он старый, мы новый покупать хотим. Ты что, он тяжелый, он 20 кг весит, как мы его поднимем? Ты... 20 кг, это по-твоему тяжело? Хотя у меня сейчас очень сильно. Я скажу честно, обрез в руках держать и то тяжело, хотя он и то 3-4 кг весит где-то. Чувак, у меня... Стоп, ты слышишь? Что? Внизу, тихо-тихо. Слышу, да? Что? Тихо-тихо. Шаги. Нету времени, выбивай стекло. И каким же образом? У тебя есть обрез, придурок. Ты хочешь себе потратить один патрон? Единственный патрон? Нету времени, давай! Да пофиг уже! Все, валим! Господи, мы ноги не сломаем? Да пофиг! Падаем! Да бежим! Пошли! Ай! Пошли! Ой! Ай, черт! Ай, больно-то как! Черт! Мать! Идем! Уходим нафиг отсюда!